Астрологи объявили неделю тайн, с вами Сейнт. Мы продолжаем играть в игру под названием The Occupation. Мы остановились на том, что мы пришли в здание Карсон Боуман. Да, Стив говорит, хотите попробовать вашу ключ-карту, сканер с правой стороны? Да, сейчас попробую. Я вот тут пока загрузил у меня опять с самого начала, когда я его вот тут выманивал звонком. Он проверял мой портфель, я тут погулял, посмотрел. Короче, что я нашел? Тут Union Act, против которого мы тут, собственно, будем бороться, скорее всего. Что обещает людям. А тут... Да сейчас я попробую заебешь, как с портфелем в прошлой серии. Торопят меня. 100 тысяч новых рабочих мест в год. Меньше какой-то хуйни на национальных... Меньше люди будут страдать на национальных... ресурсах по здравоохранению и объявляют нелегалами иммигрантов с 89 года, короче, нельзя будет сюда заезжать в страну, да завали. Да, и еще время, у нас написали осталось 4 часа, и время в игре соответствует реальному времени, поэтому все, хватит смотреть, надо, пора действовать. Хуяк, ой, какой я красавец. Отлично, пошли. Показывай, рассказывай. Вас эта картина не напрягает? Да, она довольно странная. Бля, ебать, ты какой-то псих рисовал. Да ну нахуй, вот лучше с розочками посмотрю на ту. Рецепция. О, здорово. А, мистер Миллер. Да, мистер Миллер, мы не ждали вас так рано. Сейчас ваше расписание распечатаю. Давай расписание мое. Расписание мое печатаю. Секундочку. Да, окей. Я не тороплюсь пока что. А вот сейчас тороплюсь, давай быстрее. Your first is... Первая будет с... А, Carla. Легка на помине. Карла, где... Господи. Это мистер Миллер из Тьюринг Пост. У вас, кажется, встреча сегодня? Yes, of course. Разумеется. Рад знакомству, мистер Миллер. Is it that time already? Что, уже пора? Нет, нет, мистер Миллер пришел пораньше из вежливости. О, хорошо. Я на секунду подумал, что опаздываю. Я буду в своем кабинете в назначенное время. Ну, боюсь, мне пора бежать, но скоро увидимся. Спасибо, Дэн. Без проблем, Карла. Они тут так громко говорят. Вот ваше расписание. Отлично, прочитайте-ка и положите свой портфель, чтобы не потерять. Спасибо. Как у вас дела? У меня вроде бы все. Если что-нибудь понадобится, вы знаете, где меня найти. Тут очень громкие они, и причем вот эта громкость не влияет на их диалоги. Я ни одну игру не записывал с таким маленьким уровнем звука. У меня обычно запись стоит на 100%, уровень звука системы на 40%, но эту я записываю с уровнем системы на 30%. И запись звука на 60, то есть 60% от 30, это вообще пиздец. Считайте на 15%, и они такие громкие. Ваш портфель. Заметки будут храниться в портфеле, в кармане для документа. Вы можете в любой момент поставить портфель, нажав кнопку портфеля R, глядя на плоскую поверхность. В кармане в нижней части можно хранить разные предметы, так вы сможете носить больше одного предмета за раз. Блять, инвентарь нельзя на И вызвать, только вот плоская поверхность. Это плоская поверхность? Блять, плоская поверхность мне нужна. Это плоская поверхность? Опа. Так, где документы? План на сегодня. Читать. План. Встреча с Карлой Бёрман, второй этаж, комната 215, 16.00. Заметки. Сеть будет недоступна 30 минут, начиная с 17.15, пока мы не перезагрузим систему. Приносим извинения за возможное неудобство. Просьба соблюсти минуту молчания в 16.10. Будьте готовы покинуть объект Боуман Карсон к 19.00. Понят. Подобрать портфель. Хорошо, время. 16.10 минут умолчания. А еще далеко. Так. Слышь, Дэн? С тобой что-то надо дела вести? У меня есть время оглядеться, найти какие-то зацепки для интервью. Что-то Стив ходит слишком дохуя подозрительно. Опа, опа, опа. 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 Положить в портфель. Жетоны понадобятся. Тут они разруливают друг друга. Сканер, ключ-карта, галерея, визитор. Понял. Так, что-то нам надо узнать. Смотреть досье на тап.
Режим интерфейс. Комната для печати находится на первом этаже, для печати нужны жетоны. Встретитесь с Карлой Берун в 16:00, найдите записи звонков детектива Холдена, они могут доказать, что Алекса там не было. Вопросы к Карле. Алекс Дюбуа говорит, что его не было в здании во время взрыва, это правда. И наблюдение, общее наблюдение в комплексе, понято. Так, искать давайте. Пойдем, так, тут туалеты, галерея, вот тут. Не знаю, нашли ли вы уже кабинет Карлы? Ну, не забывайте про встречу. А пока побродите тут, не стесняйтесь. Это, собственно, Алекс Дюбуа, да, портрет сорван. И Скарлетт Карсон, мы за нее играли в начале самом. Это Майкл Карсон, он тоже главный тут был. А вот это Чарльз Боуман, он CEO, блядь, он типа самый главный. Он закон придумал, вот этот опасный, дерзкий. Так, лекчер холл. Пока не надо, давайте тут пока смотримся. Сиди тут, блядь, не ходи особо далеко, чтобы я... Опа, новое наблюдение, интересные места. На каждом этаже должны быть таксофоны, на которые можно звонить и принимать звонки. Понял. Марлон, как делишки, мистер Миллер? Здравствуй, здравствуй, Марлон. А это тот рыбак. Давай побазарим. Добрый денек, мистер Миллер. Окей. Это что такое? Изучить аудиоматериалы. Тут нет аудиоматериалов. Здесь кто-то курил. Да, там они курили. Я сдам их сейчас по жопе надавая этому Стиву и бабехе той. Так. Детектив Холден, нам к нему нужно. Офис 214, Берман, офис 215, Ди-Лок, офис 213, Алекс Дюбуа 118. Новая идея. Возможная зацепка вопроса. Встретись карта. Так, понятно. Наблюдение. Зацепки. Какие тут зацепки? Понял, хуйня пока. Так, нам нужно в офис детектива Холдена, я так понял. Нам говорили об этом в прошлом эпизоде, что там Холден что-то расследовал про Дюбуа. Мы, получается, на цокольном этаже сейчас, да? Ground floor, security desk, да. Нам нужно на второй к детективу Холдену, 214. Окей, побежали. Нас тогда могут не пустить, кстати. Это же кабинеты, блядь. Рабочих. Так, Lost Property, Stock Room, Cantina, Дюбуа, офис 118, Payphone. Кстати, офис Дюбуа нам тоже нужен. У какой? Так. Это что? 45-й год нашей эры. Понятно, это нахуй не надо. Это так, если останется время поизучать что-то. Так, Тьюринг, Митинг Рум, Алекс Дюбуа, офис 118. Пошли. Сюда уже нельзя. Ну-ка. Ага. Хуешки вам. Как говорится. Погодите. Помня, вспоминая первую серию, может быть какой-то пролаз. Это что такое? Пролаз, типа в вентиляционной решетке мы же лазили. Может и тут будет? А это что такое? Изучить компьютер. Вставьте жетон. Да, бля, сейчас еще жетоны я не вставлял. Посмотреть записку. Во время обычной утренней проверки мы обнаружили, что кто-то вломился в комнату 4206. Мы считаем, что это произошло вечером пятницы 16 октября во время лекции Рафа Фрика в конференц-зале. Мы убедительно просим всех сотрудников выходить из системы на всех компьютерах и надежно закрывать магнитные двери для предотвращения повторных инцидентов. У Адама Седдена пропали пластинка Эми Бенсон, кружка со стола, пропуск в журнал. А всех, у кого есть информация об этом инциденте или другие вопросы по безопасности, просим обратиться к мистеру Хилбену на посту охраны. Закрыть. Положить. Что там в досье? Общее наблюдение о комплексе. А комната для печати находится на первом этаже, для печати нужны жетоны. На каждом этаже должны быть таксофоны, на которые можно звонить и принимать звонки. Пропуск синего уровня Джема Хьюз был украден. Окей, тут... Карла Берман, руководитель отдела маркетинга. Да, вот мне нужен кабинет Холдена. Да что тут, блядь? Карла Митинг. Я и так это видел. Ничего. Опа, жетон. Ничего нового мне не рассказали. Положить жетон в портфель. Опа, ча. Надо зарядиться на всякий случай. Вдруг понадобится.
хуяк. Так, давай присядем. Так. Ну, победа. Давай, Викторы. Викторы Ментол. Опа. Ты что за нами ходишь, слышь? Staff only. Я тебя понял. Блядь, за нами ходит, черт. Не дает. Не дает, блядь, продохнуть, слышишь? Тварь. Че ты за нами ходишь? Журнал. Нахуй мне этот журнал? Секретный проход. Блядь, эта картина, это просто пиздусий. Аудиоматериал мне не надо изучать. Он что, за нами прям ходит, этот охранник херов? Алекс Дюбуа. Опа. Записка. Привет, Алекс. Мина просила напомнить, что вы приглашены к нам на ужин в следующую субботу, 18 апреля. Не забудьте взять свою копию. Ничего не бойся, чтобы мы сыграли вчетвером Карлос. Положи. Уважаемые дамы и господа, настоящим убедительно прошу вернуть мне лестницу. Из-за расследования я не могу попасть куда нужно, чтобы достать сани. Бедняжка застрял в вентиляции, и мне срочно нужна лестница. Я пытался пролезть в веншахту в комнате для печати, но она слишком узкая, а у него клаустрофобия. Благодарю за понимание, Марлон Торнтон, старший управляющий теплицы. Да, положить. Так, что у нас? Блять, ходит за нами, смотри на эту собаку, блять, ходит. Ходит за нами. Вопросы Карли, зацепки, наблюдения. Да, понял. Опа. Кантин, столовая закрыта. Что он там ходит за мной, блядь? Опять Тьюринг Митинг Рум, и она, блядь, по пропуску. Access denied. Блядь, ну я должен был попробовать. Investigation in progress. Murder там написано, или murderer, убийца. Прям убийца. Там Англия за окном, там все так пиздато. Stock room. Что это такое? Читаем. Второй этаж, открыть кладовку в 15:20. Уборка Марлон. Вернуть предмет. Слышь? 15:20. 15:12. Сюда надо будет вернуться еще. Staff only. Да иди ты. А, это кто? Я думал. Ой, здорово, ты кто? Эллисон. Давай поговорим. Да, блядь. Говорить. Че, смотри, говорить не хочешь? Она говорить со мной не хочет. Тварь. Ты че, издеваешься? Харви? Чё, где? А, это вот это, Бёрман. Карла, занято. Рум 214, детектив Холден офис. 5276. Я запомнил. Опа, как быстренько. Чё, читать не можем? Положить в портфель. Карла, блядь. Моё. 5246, да? Или что там было? Ну, короче, я вроде запомнил. Так, тут мы все купили. Кофечку давайте загрузим в себя тоже. Хуяк. Чтобы нас не подозревали. Так, что есть? Сеймурс кофе, диджей с хот чоколад, Сеймурс ти, горячая вода. Блядь, сейчас воду я бы еще за жетон буду брать. Кофейку ебанем. Лей. Ну не подглядывайте мой кофе. Чё, бля, это меня? Алло? Это не меня. Кто звонит? Эй, что, да? Что, тихо. Кофейная чашечка. Слышь, Hi, Карло, привет, Ченс. Так, изучить портфель.
карман, положить пачку сигарет. Все, опа. Опа, закончить изучать. Так, не трогай мой портфель, я сейчас кофейную чашечку тоже подберу. Выпью. Кто там бас? Где? Кто кому звонит? Ченс какой-то. Так, я слежу за тобой, слышишь? Okay. А это мой портфель. Че ты ходишь за мной? Че тебе надо? Опа! Поднимайся, поднимайся. I don't know, Chance. We think it might be on a floppy disk, but. Диски это что-то там. Так. А ну-ка. Опа. Но пока мы ищем диски, то я дам знать, если это изменится. Опа, куда это я полез? Что это? Паспорт, ебать. Британский паспорт. Портретное фото. А, то есть, или возьму паспорт. Блашер, блуш, какой-то карман открыть. Ключ-карта. Карла Берман. Положить в портфель. Визитка. Дата-доктор. Че еще тут есть? Наоборот, что-то есть? Новое наблюдение. Кэп Берман, пароль от компьютера Гео. Окей. Многие работники на объекте выполняют что-то по расписанию, хорошо бы его учитывать. Марлон открывает кладовку даже в 15... Да, это я понял. В 15.20. Читать заметку. Мисс Берман, пожалуйста, смените пароль с Гео, он слишком короткий и простой. Ха! Да... Положи, да пол... Господи! Паспорт, 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 верни. Контурная кисть, карандаш, яблоко, зеркало, это неинтересно. Время сколько? 15.17, вот до сих пор? Окей, куда мы тут выйдем? Куда мы выйдем? Print Department. Новая идея. Кабинет Алекса Дюбуа на первом этаже, комната 108. Это что такое? Алекс тесно общался с Кей Коронадо, а второй этаж, комната 209. В кабинет Алекса Дюбуа можно попасть через дыру в печатной, с подпечатной машиной. На светильнике в конференц-зале Тьюринг лежит дискета. Увидеть бы, есть ли кто-то там. Слышь? А как? А, это открыть не мог. Понял. Опа, рум 214-215. 215-е. Бля, кто для нас вот так прикольно все указал? Кабинет Карла Берман. Что такое? Почему я присесть не могу, чтобы посмотреть? Ах ты ж пиздец. Так, ладно, стопэ. Ну, она там, она в кабинете, понимаете? Туда сейчас идти нельзя, вообще нельзя. Там меня она сразу спалит. Рум 214 еще так попасть можно. Кто для нас эти подсказки? Кто такой милый человек? Это чье? Понимать бы, блядь, план какой-то, карту составить бы. Или только в голове. Опа! Тут кто-то есть? Хе-хе, блядь. Да, верни. Блядь! Ебать. Там кто-то есть, блядь. Надо дождаться, чтоб съебал. По-моему, это был уборщик. По-моему, это был Марлон. Марлон, мистер Миллер не такой уж и плохой. Это он про нас. Это про меня. Окей. А что тут вентиляция открытая? Что такая музыка тревожная пошла?
Да, блядь. Я вот не понимаю, кто-то тут есть или нет. Да. Ох, как это неудобно. Опа. Там была какая-то баба. Так, она там нас спалит, если мы вылезем. Потерял ты меня из виду, Стив, блядь. Так, не, сюда мне не надо. Они все, блядь, по кабинетам своим. Нужно, чтобы они съебались. Print depth. Опа. Тихо. 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 Это кабинет 214, это кабинет детектива. Стив, мне нужно отойти в туалет. А это Дэн говорит. Бля. Марлон, здрасте. Так. Карман, положить паспорт. Закрыть. Да. Опа. Кто тут шароебится в кабинете детектива? Или детектив... Ебать, там Марлон ходит? Брось бы уже сюда уехать на чертов рыбалку. У нас ключ-карта, кстати, есть. Если взять... Так, изучить. Пропуск. Си Берман, галерея цвет оранжевый, Карла Берман. Оранжевый уже интересно. Оранжевый прям заебись. Вы там прекратите шароебиться? Ой, как... Я не знаю, не хочу, чтобы меня полили. А что мне сделать? Меня из здания сразу выведут. Давайте мы, короче, пока что... выйдем. Нужно изучить их расписание. Выйдем оттуда, откуда мы пришли. Опа. Ля-ля-ля-ля-ля. Белогривые лошадки, никого тут не было. Я просто гуляю, просто гуляю. О, Марлон, здорово. Опа. А это рума, блядь. Эта комната будет убрана в 15:20. Понял. Вернуть. Здорово. Что по 15:23 у нас? А тут что? Ага. Это 214, кстати. Так. Новое наблюдение, тап. Кабинет Карла Берман на втором этаже 205. Да пиздец, ну ты наблюдательный. Многие работники на объекте выполняют что-то по расписанию. Марлон убирает кабинет детектива Холланд 15:20. Да я уже знаю это все. Спасибо. Тоже мне наблюдательный ты мой. Опа. Запасной пропуск. Если Дэн узнает не от тебя, а что я по-твоему делаю? Блять, там же 15:20 говорили, мне ровно 15:20. Здесь? Харви, я тут послушала другие записи с Алексом. Нашла кое-что весьма странное, о чем остальные как-то быстро забыли. Он говорит, его ключ-карту украли в день взрыва. Он сказал, что пытался сообщить об этом Карле Берман. Не знаю, как часто она вообще выходит из кабинета, но если ты сможешь туда пробраться, может быть, сумеешь найти связь между ней и картой Алекса? Окей, понял. Смотреть пейджер.
Звонок. Прекратить испытывать курсор опять. Да, понял я, пейджер. Смотреть досье мне нужно. Найти электронное письмо Карли Бермана от Алекса, а оно могло у нее сохраниться. Общее наблюдение о комплексе. Чтобы позвонить с таксофона, нужны жетоны, да. Пропуск синего уровня Джема Хьюз был украден. Понял. Понято, hello, понято. Привет, Харви. Да здорово, здорово. Как часто ты выходишь? Я еще не готова ко встрече, мистер Милли. Зайдите позже. Ты там это самое убрал? Да. Опа, пошли в 214-й. Пошли в 214-й, там уже убрали детектива Холдена, там будем искать зацепки. Ага. Ага. Да, блядь. Внимание всех посетителей и сотрудников. Из-за протеста снаружи мы не рекомендуем открывать окна на главную улицу. Да, блядь, вылези. Да, вот там я вылезал. Блять. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Ага. Блять, я в чужом кабинете, если меня спалят, мне жопа посмотреть записку. Стрёмно, пиздец. Бросить бы все, да и уехать на чертову рыбалку. Блять, Стив идет. Тихо, 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 тихо. Никого тут нет. Блять, он там стоит, гнида. Ой, жопа ты, Стив, можешь уйти, ну нахуй ты тут, блять, стоишь. Тварь. 42-16, первый этаж галереи, комната Алекса Дюбуа. Это кодово. А, 0-2-0-6. 0-2-0-8. Так, Стив, это самое. Ушел. Хорошо. Не понимаю я этих компьютерных систем, просто дайте мне карандаш и бумагу. Это нам не надо. Журнал нам не нужен. Опа. Заметка прочитать. Детектив Холден. Стив, вы уже выполнили свои задачи? Это Стив у Стива спрашивает. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Сейчас досье тут почитаю прямо здесь. Коды. Бёрман, пароль от компьютера Гео, Алекс Дюбуа, кода двери 0208. Понял. Так, тут ничего искать. Че мне у детектива Холдена-то искать? Хули он ходит прямо за нами. Смотрите на этого. Пасет, блядь. Опа. I should have another look at Alex Dubois, old office. Короче, нужно было присмотреть. 42-16, он во first floor галереи. Забираю. Да, блядь, стоит, тварь. Посмотрите, стоит. Уходит. Опа. Блять. Сука, ходит туда-сюда. Что тут? Что здесь? Ничего интересного. Урна. В урне ничего. Ух ты, ёбана. Кто-то там водичку хуярит. Блять, это Стив. Стив, почему ты ходишь именно там, где я? Ты не должен ли все здание патрулировать? Тварь.
Так, ну кассету я подобрал, мне нужно ее где-то прослушать. Давайте-ка я отсюда съебейшн устрою. Там есть автоматы такие специальные, чтобы прослушивать аудиозаписи. Сейчас посмотрим мы, что тут. Опа. Что здесь? Тут, к сожалению, ни пизды не видно. Что в 215-м. Хорошо. А идем вниз. Сейчас выберемся. Прослушаем аудиозапись. Что по времени у нас? 15:30 уже. Ебанешься. Ходит, сучка. Опа, я тут просто это самое гуляю. Сара. Здорово. Карла Бёрман. А ты не хочешь уйти, Сара? Пошлите пока... Пойдемте сходим в кабинет Алекса Дюбуа. И параллельно продолжим. Вы как, в порядке, как поживаете? Да, все хорошо. Откуда я пришел? Я не помню. Эй, Харви, привет. Да привет, привет. Базара нет. Тут никого, если нет, то может это самое. Блять, этот Марлон идет. Там, возможно, ему как-то все равно. Он такой... Стив, я на 15 минут отойду с поста. Это Дэн говорит. Кабинет Алекса Дюбуа нам нужен. Какой там пин был? А Дэн уходит с поста охраны в 15:30 на 15 минут. Да, понятно. Зацепки, наблюдения, коды. 0208. А как? Карла Бёрман. Эй, мистер Миллер, в одной... у нас в одной из закрытых зон кое-что подозрительное случилось. Что? Наверняка вы тут ни при чем, но... ради вашей безопасности выходите за пределы разрешенных зон, ладно? Блять, подкрался как черт из табакерки. Уходи. Сучий ты выблядок. Конференц-зал Тьюринг. Блять, он меня не спалил? Дурачок. Блять, я прям при нем нахуй тут под стол залез. А, ну если они такие слепые, то может у меня есть шанс вообще тут проходить. Туда-сюда, обратно. Ебать, я просто взял, зашел, при нем присел. А куда мне? Ебануться. Опять идешь? Вот сычонок ходит тут. Бля, я так за 4 часа вообще нихуя не успею, если буду только прятаться от них. У меня пока вопросов к этой Карле не добавилось. Вопросы. Алекс Дюба говорит, что его ключ-карту украли. Кто бы это мог сделать? Алекс Дюба говорит, что его не было в здании во время взрыва. Это правда? Да правда, правда. Ох ты, ёбаный. Ебать, я сейчас был на грани провала. Опа. Опа. А вот это надо закрыть.
Тихо, тихо. Вот это открыть. Вот так закрыть за собой. Ха-ха-ха-ха. Сука, шпион. Рум 118. Лезть вниз. Опа, я тут через текстуру стены вижу что-то. Так можно подглядывать за всеми. Нихуя себе, я модный. Рум 118 схватить, открыть. Кабинет Алекса Дюбуа. Да не нужен мне ваш пин, когда я... Опа, какие-то отпечатки. Блять, кто там заходит, сука? Шо вы сюда шароебитесь? Почему как только я оказываюсь в комнате, это такой скрипт пиздатый, что как только я где-то тут начинаю ходить, появляются то охранник, то рабочие. А ну идите занимайтесь своими рабочими делами, не мешайте журналисту вынюхивать здесь, а? Блять, у меня в 16.00 с ней встреча. Нужно побыстрее бы все это делать. Ладно, давайте вот на вот этой прекрасной ноте, пока я сижу под столом, мы закончим. Продолжим в следующем эпизоде. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Да, кстати, не забывайте подписываться на телеграм-канал, ссылка на который будет в описании под роликом. И, конечно же, до встречи в следующем эпизоде прохождения The Occupation и в других играх.